Добрейшего утречка, мои любименькие. Ой, я уже, видите, при параде. Время 9 утра еще нету. Я уже убралась дома. Ну, слегка убралась, так вот. Пыль протерла, пропылесосила, да полы протерла. А на особо грязи нету. О. Че оделась-то, сижу, модница-то, красавица. Авокад купила. И все-таки, говорю, а что же я рыбку красную не купила? Пойду сейчас дойду за рыбкой. Устрою себе царский завтрак, называется. Ох, посмотрю в магните, в пятерочке, что там есть и какое качество называется. Если бе-бе-бе и дороговато, дойду, наверное, я до Чижика. Идти, конечно, далековато мне. А что делать? Идти надо минут 40 пешком. Ну, может быть, и поменьше, конечно. Ну, смотря как идти, в каком темпе. Тогда, если что, придется пешочком прогульнуться до Чижика. Размять свои колены, скажем так. Ох, и устрою себе завтрак. Ладно, все, пошла в магазин. Еще с вами встретимся и побалякаем. Погодка шикардосная. Время утро. Ох, а уже жарко. Я что-то не пойму. По-моему, ночь дождик, что ли, шел. Не слышала. Ох. Иду, схожу, сейчас посмотрю. В магните. Пятерочки. Неохота не особо далеко чапать. Ой, а то он коленек жмет. Боюсь, трындец будет вообще нахи. Ой, а тот какой купила, доктор мне. Ну, вообще мне спадает с колена. Я как в нем и как не в нем. Ой. Стильки еще ортопедические. Никак я к ним не привыкла. Караул. Караул. Что-то это стройка у нас у меня за окном. Прям взялись так, шибко. А теперь тишина. Вырубили деревья, там такие кусты выросли. Смотреть страшно. О, сейчас, наверное, еще, знаете, что? Авокадо куплю в магните. Это такая удача, что такой попался авокадо. Я ни разу не видела еще в магните авокадо такого качества. Ой. Прошла в магнит. Решила не идти далеко. Так. Хочу хлеб взять, такие широкие. Удобно есть будет. Ой, так, а цены не пойму. Видишь, что взять? Все, купила. Несу домой. Девчонки у нас хорошие в магните. Но не знаю, что. У нас тут как деревня. Взяла форель. Невероятная ерунда. Пойдем, вот сейчас будем все хорошие искать. Ой. Короче, молодцы. Взяла другую. Это такая была дорогая, а взяла подешевле. Ой. Короче, не пошла в Чижика, далековато. Я вроде видел, как реклама, там форель, ну, 300 рублей, грубо говоря. Вес не знаю какой. Я взяла 150 грамм.
Сейчас вам покажу, где сын живет. Вот он дом. Видно? Все показываю, не вижу. Короче, белый, белый, белый вон дом. Рядом со мной это его дом. И мой. Вот он. Там он стоит. Вы уж знаете. Не знаю, вон он торчит. Живем вообще рядышком. Говорю, 2 минуты. Это не спеша. Лужайки такие, вон у мусорки. Наверное, не видно. Показываю издалека. А парит, парит. Прям душно. Не гуляет там моя козявочка-то. Я имею в виду в садике группа. Не видно. Как все смотрят, а такие дикари. Охота в магазин снимать. А я так стесняюсь, блин. Вечно. Никак не привыкну. Во-первых, я стараюсь людей не снимать. Ой. Короче, все стесняюсь, не пойму, кто это к нам приехал. Халат одевают. Зеленый, наверное, сейчас будут. Может, в подвалах травить там кого. Что-то сейчас буду делать. Хорошо, хоть с утра прошвырнулась. Все, я дома. Помыть руки надо после магазина. Так, сколько времени дома? 25 минут 10. Сейчас себе буду завтрак готовить. Давайте вам покажу. Что я купила? Я ничего такого не купила, конечно. Ой, опустила камеру. Меня харюшку-то мою не видно. О, да можно повыше еще поднять. Так, пакет. О, какой. Огромный. Взяла хлебцы магнитовские. В магните есть хлеб, ой, цельнозерновой хлеб. Стоял, крутила. Говорю, может быть, купить, может быть, не купить. Говорю, нет, куплю я хлебцы. А хотелось, честно, что-то мне купить. Я и не хочу вроде бы хлеб так-то. Но понимаю, что авокадо, рыбка, это с хлебом. Просто сказка. Говорю, ну ладно, нечего привыкать к хорошему. Хлебцы. Ой, конечно же, опять 2 авокадо взяла, пока есть. И это прям, говорю, ну, редчайший случай такой купить авокадо. Это золото, а не авокадо. Вот этот мягенький, вообще прям класс. И вот такую форельку взяла. О, какую. Так, вроде бы жирненькая, прям середочка кусочек. 150 грамм. Здесь вес. Где тут вес написан? Чего? А, господи. Ой, 150 грамм, да. И на все про все я отдала 341 рубль. Так что прям нормальненько. Форелька стоит 195 рублей. Там была и подешевле. Ну, прям такой внешний вид. Там было за 150 с чем-то. Вес такой же. Но внешний вид, знаете, прям не форель, а как будто как горбушка какая-то. Там даже ни грамма прожилки не было вот этого жира. Я такой не люблю. Так, авокадо мое золотое. 125 рублей у меня обошлось. Я вчера 300 рублей, говорю, авокадо. Нет, там было манго 300 рублей. А я, наверное, посмотрела, подумала, что авокадо. А на авокадо даже там что-то ценника нету. Или я не увидела. И хлебцы. Чего? 19 рублей, что ли? Фу, вообще бесплатно. Ой,
Ой, пакетик упал. Так что красота. Сейчас себе, думаю, яичко сварю. Восьмяточку. Крутую я. Яйца не люблю. Ой, надо разобрать. Сварю. Съем, не съем, не знаю. Но сварить сварю. Ох, блин, адски. У меня тут еще огурцы есть. Не пропали огурчики-то. Огурцов прям страсть. Так, яйца берем. Яички. Сейчас поставлю. Сварю. Пакет надо убрать. Ведро, этот мешок надо. Мешок поставить. Вот. Сейчас варим муденки. Муденочки. Ух, это убрать. Несерьезно, девчонки, вот, ну, несерьезно. Подумала, говорю, ну, как можно есть авокадо без рыбы, а? Ну, несерьезно. Она же рыба-то у меня не копченая, а слабосоленая. Ой, сорт жирненький, который мне как раз надо есть, жирные сорта рыбы. Ой. Корец. Помоем муде. Яички, яички, яички. А то скажут, вульгарщина. Я шучу. А многие не понимают, что Любань шутница. О. Два яйца сделаю, а там сколько съем. Я даже не переоделась. Ну и ладно. Так. Ставим на плиту. Няхай варятся. Няхай. А сама сейчас, ой, подготовлю эти бутеры себе к завтраку. И будем мы сегодня с вами. Я сегодня буду сейчас, короче, буду с вами попозже мукбанить. Тык-тык-тык. Чё нюхают, блин? Здесь ничем не пахнет. Та-т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 а. Чё хочу, сама не знаю. Так, видно меня, хожу. Холодильник забит. Вот забит. У меня придет Леночки, она меня опять размахает. Она тогда пришла, у меня тоже в холодильнике полно харч-то. Она, мам, ты как бабка старая. У тебя в холодильник забит. Говорю, отстань ты от меня, у меня же там еда. Она любит, чтобы холодильник был пустой. Но я тоже люблю, когда в холодильнике пусто. Но в том плане свободно. У меня в холодильнике и рис, и картоха. Ой, чего только нету. Ведро поставить. Мешок. Так, сейчас рыбки будем намазывать на хлебец. Так, наверное, вот эти сейчас себе забабахаю. Магнитовские. Я их, по-моему, уже покупала. Нормальные. За 19 рублей-то. Ешь не хочу. Сколько тут штук, кстати, хлебцев-то? Но они хлебцы с гречневой крупой. Состав, кстати, мука ржаная, хлеб пекарный, обдирный, мука пшеничная, хлеб пекарный первого сорта, крупа кукурузная. Фу, мне вообще нельзя кукурузное масло, я в курсе. Насчет этого не знаю. Ладно, тут там немножко, небось, мелкая крупа кукурузная. Крупа гречневая первого сорта. Ой, соль ржаной сухой. Соль. Все, что в них есть. Вкусно и полезно. Прям крупно даже напечатано. Я слепая и то смогла прочитать. Они хоть это, более-менее пошире. А может такие, блин. Ладно. Два сделаю. Жрать, так жрать. Вот, сейчас уберу эти.
хлеб, чтобы мне не мешали. Ой, а это надо выкинуть. Ведь мусор, зараза, вынесу. Ладно, пока оставлю, может быть, доем. О, да, эти пошире хлебцы. О, так, теперь авокадо. Вот лимонным соком сбрызгивать. Все равно темнеет, поэтому я не... Потемнел, видите? Ну, ничего страшного. Я сбрызгивала, говорю, лимонным соком. Он у меня все равно темнел. Поэтому я не стала ничем сбрызгивать. Так, моя красавица, вам же интересно, что я делаю. Меня-то вы уже видели. Ну, авокадо вообще шикардосный. Сегодня говорю, девчонка, мой девки, какой у вас авокадо шикарный. Говорю, в срок такого не было. О, так, сдвинуть. Во. О. Потемнел и потемнел, ничего страшного. Или что страшно? Я не знаю. Так. Ну, говорю, пробовала, как я только не это, как его, не пыталась, чтобы не темнел. Нифига, вранье, у меня темнеет. Может быть, у меня руки-крюки, а это слопать. Знаете, ну вообще, как такой авокад не купить? Вкусняха. Вкусняха. Тик. Ну, пришла очередь до рыбки. Как ее открыть-то? Так, вакуумная упаковочка. А я взяла тут тот кусок-то, а там вакуум как вздутый. А я даже без внимания, честно говоря. Не, спасибо, девчонки. Не бери, как видишь, как это. Она уже такая. Пошли, как мы сейчас тебе будем хорошую искать. Вот, пошлите. Знают, они Ульяш мою любят как. Она ж придет и вечно с ними. Ля-л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 я. Так. Ой. Аромат. Шикардосный. Тоненько сейчас попытаюсь. Ой, какая прелесть. Ой, ой, прям не могу. Уже слюнки бегут. О, диеты, диеты. Ну, надо тоже что-то вкусненькое кушать. И полезненькое. Чтобы диета была шикарная. О, красота. Пальчики облизала, вкусно. Так, рыбку назад. Вот так, прям чуть-чуть рыбки. Так, яйца у меня закипели. Засекаем время. Буду варить 2 минуты. Во. О. Ох, ё. Пона. О, всё, красота. Опа. О, руки помою. Уберу в холодильник. Сейчас на огурчик еще сверху не буду накладывать. Я сделаю бутербродиком. Фу, блин, а. Я говорю, я дура. Так. Сверху не буду, говорю, накладывать. Сделаю бутербродом. Просто нарежу. Ой, какая я чудная. Ой, как со мной только-только живет. Так, где у меня тут еще огурчик? Ой. Пока Толян-то
В рейсе бабка жирует. А что он все равно не ест эти вещи? Авокадо он сразу есть не будет. Но авокадо, он вообще любитель, конечно. Но я его так... Вторая минута пошла. Обожаю. Первый раз, когда купила, вот прям начала пробовать. Фу, говорю, как невкусно. После взяла там чесночок сверху положила. Говорю, ого, а вкусно? Ну, вот. Так и подсела. Так, что здесь? Яички почти сварились. Осталось 5 секунд. Так. Сейчас, девчонки, отключу. Так. Ох-ох-ох. И мои лапочки, мои любименькие девочки, мои красавицы. Красавишна моя, жига, жига, ручки сошла. Слить горячую воду, холодно залить. И, говорят, когда по ним постучишь, лучше чиститься. Зараза. Яйца деревенские. Я вечно мучаюсь их чистить. Сейчас попробую. Так вот. Все, пусть остывают. Так. Так, так. А я дальше продолжу готовить. Огурцы сейчас нарежу. Так, на нож, нож, нож вытереть. Тарелочку взять. Так. Сейчас хочу красиво все оформить. Жалко, у меня нету, знаете чего, свежей зелени. Ой, руки вот еще не вытерла. А потом сейчас все этими размякнут. Это вчерашний огурец. Да, ем. Не буду же я выбрасывать. О. А то, глянешь, зайдешь к блогерам на мукбанг. Все оформлено. Но там у них столы, конечно, как на свадьбе, ломятся. А я так, как не от мира всего. Ой, а зачем эти огурцы достала? Мне этих хватит, я думаю. Ну ладно, все равно подрежу. Это в ротик. Видите? Видите? О! Чтоб смотрели хейтеры и говорили, ой, как же она вкусно ест. Да, от них не дождешься комплиментов, как бы ты ни старался, что бы ты ни снимал. Ну, работа у них такая. Зайти и обкакать. Так. Ладно, взрослых какают, но вот детей зачем какают, непонятно, Парылька. Отлично, сейчас яичко еще. Яичко, так. Эти огрызочки я тоже съем. У меня ничего не пропадает. Так. Ну, восьмятку, ё-моё. Ой, какая я дурында. Нахера я? Так, чистить начала. Вы не знаете, они же восьмятку. А мне сейчас потекёт и все. Ой, дурная голова. Ой-ой-ой. Ну, сейчас буду аккуратно. Они, блин... Яйца, я не знаю, так плохо чистятся. Ох, в окрошку, как ни странно, хорошо чистились. Ну, все это. Вот тебе и сделай красивый стол. Хрена. В окрошку прям почистила. Замечательно. Но, может быть, из-за того, что вкрутую они были. О,
Ой, блин. Ладно, я не буду чистить. Вот так сделаю и буду есть ложкой. Ой, Маруся. А это что? Может, это почистится? Ну, это не знаю. Ой. Мучение, блин. Ох, куда улетел? В тарелку, что ли? Так. О. Ну, это... Это яйцо вроде почистила. Почти что. Хрена. Зараза. Нифига, вот думала сделать все так красиво, хрена. Ой, чай еще хочу я. Воды есть чуть-чуть, сейчас подогрею. Что это бутерброды без чая? Несерьезно, правда? Он так почистил вроде бы. Одно. Но это навряд ли. Там он желток торчит. А то потечи. Ладно, это пусть так. Ой, белочек. Слопать. Красота. Как всегда звонят, отвечу. Так, готово. Дочь Попова. Сейчас чай по-быстренькому наведу и все. И буду мукбанить. Ладно, все, мои хорошие. Встретимся с вами на мукбанке в следующем видео. Всех люблю, целую, крепко обнимаю. До новых встреч.